хочу снять после дождя, как все повылазило. Сегодня утром только смотрела, ничего не было. Там только пикочки какие-то торчали, а сейчас посмотрите, как все выросло. Вот здесь вот тыква тоже вся повылазила. Ну, еще не вся, конечно, но там вот тоже. Вот листики свежие такие прям пошли у голубики, прям вот видно, что они отделяются. Это старые листья, а это новые листья. Я не могу понять, почему так вот. Посадила, были вот эти вот темно-зеленые листья. Плоды, значит, были, плоды отцвели. А теперь пошли новые листья у голубики. Очень красивый кустик. Очень. Вот здесь вот тоже цветы. Красиво посадила. Не знаю, какие будут. Ромашки пошли. Я их тоже пообрезала. Пошли ромашки. Вот тут у меня баклажаны, значит. А там дальше у меня цветы. Там зелень. Черри, помидоры. Здесь огурцы у меня вовсю уже. Правда, они уже у меня хорошо дают плоды. Хорошие такие вот здесь огурчики. А здесь арбуз пошел. Я смотрю, я его увидела вчера. Только посадила. А сегодня он вылупился. Я в шоке, так быстро. И здесь тоже вот посадила. Я сюда посадила, да, я сюда посадила капусту. Вот они маленькие, какие-то листочки дали. Буквально позавчера я их тоже посадила, уже сидят вон как быстро. Так что после такого дождя посмотрите, какая красота. Красотень. Супер. Двор весь мокрый. Между прочим, вот здесь вот тоже дерево, персики, черешни посадила. Красивые такие деревья. Вот виноград пошел очень хорошо, прям вот классно, прям вот пошел тут. Вот. Что-то он зацепился, надо вот туда. Ой! Ну, надо же, сломал. Окей. Ладно, ничего страшного. Нечаянно. И здесь вот тоже. И здесь тоже. Думаю, это вишня. На вишню похоже. Я уже не помню, какие деревья я сужала. Но знаю, груша, яблони, черешни и вишни посадила. Это точно. Вот такие вот дела, ребята. Все, пока-пока.